Так. Какие-то... Черешенка в клетке. Ну, давай сначала по-простому. Ну да. Наивненько так. Да. Нет? Ну, подними клетку, ну. Дурень. А так? Кашу мало ел. Прибили, просто прибили, наверное. Приклеили. Супер моментом. Афу. Ну ладно. Шапочка. Зачем? Ну ничего такой. Ой. Ух ты. Ой, страшный какой. Не, я с ним больше не хочу разговаривать. Я бы тоже не стал. Чего, говорит, нужно? Ладно. Второй вариант. Попробуем просто утащить. Ладно. Страшно. Ух ты. Сверху запрыгнуть. А вот так даже, да? А вот если теперь попробовать. Нет? Иди бери. А шарик зачем вот этот тогда? Может, это надо в другую реальность переместиться? Может быть. Сейчас попробуем. А, мы тут якобы вещи те перемещаем, которые там другие. А я не обратил внимания, там какие-то вот другие вещи. Вот здесь же стойка была с этой. А, точно. С черешней. Да, а да, тут да. Радио было. Да, точно. Так, хорошо. Если мы сейчас вот возьмем свою шапочку, да? Давай попробуем. Точно. Да. А мы даже, кстати, его не нажимали. Да. Нет, давай сначала мы сейчас вот наденем опять вот эту шапку. Попробуем его отодвинуть. А, он опять сюда прикатится. Да, а сосульку нельзя вот потрогать? Можно. О. Съесть ее даже. Съесть? Зачем? Ты там душ будешь облизывать, что ли? Зачем? В смысле, зачем сосульку есть? Ты такие вопросы странные задаешь. Да зомбула. Нет, не хочу. Ну, мы же только смотрим. Зачем они так рано подсказки дают? Я не понимаю. Ну, вдруг ты спешишь? Я не спешу. Нет? Ну, ладно. Ясно. Хорошо. Просто если бы я знала, я бы сразу потыркала на радио. Вот на это. Ну, потыркай сейчас. А если я завершу уровень? Да, не знаю. Давай может, посмотрим. Что поделать? Я не думаю, что ты без третьего завершишь. Ух ты. А ты кто? Опять в рот все это пихать? Что это такое? Сейчас это... Глюки-глюки, да? Да. Ты им управляешь? Да. Ты кликаешь? Да. Понятно. Все, полегчало? То есть ты летать ему... Ты когда летаешь, ты потом появляешься в том месте... Да? Да, где летала. Ну, ключик. А что это дает? Ну, можно потом попробовать это спуститься. На шарик вот сюда. Ну да.
А как переодеть шапку? Ты же сверху, тебе же надо... А я не знаю. Но это пока так, давай мысли попробуем. Вслух. Как тут уже нализался? Вот и поговорили. И не говори. Хорошо. Так, осталась кнопка. А ты пыталась сдвинуть эту штуку, в центре которая? Вот эту нет. Нет, не эту. Ух ты. Тут шапочки менять, я так понимаю. Да, наверное. Нет, а вот эту штучку слева, которая от вот справа от кактуса, да. Так он влезает ее сразу. Еще. Нет, там стрелочка там еще? Была. Да. Чего смешного-то? Трачок. Ну, вот так вот. Пойдем, потрогаем. Душ мы же еще не трогали. Да. А там можно замерзнуть было? Или что-то такое? Чего? Что такое? Все? Много напился? Туалет хочется, наверное. Терпи, что? Даже так? Все предусмотрели. С облегченницем. Так. Радио. А там еще можно было что-то покликать же. А, это просто себя полить. Ну, встряхнись. О. Угу. И что? А, без разницы. Это выключить, наверное? Это переключить. Ага. Интересно, что-то меняется? Вот я радио переключаю на других местах. Меняется что-то или нет? Да, наверное. Вот эта музыка как вот здесь была. Пляшут, смотри. Ага. Прикольно. Ага. А вот если так? Ага. Ему надо какую-то сонную музычку получать. Да-да-да. Не, включать. Я просто смотрю. Не, я понимаю. Так, давай теперь включим. Спокойно. Еще можно напиться и потом сходить в ледяной мир. Там что-то с этим сделать. Это я уже даже пыталась начать озвучивать, но он меня смутил всякими действиями своими. А чего мне не дают больше переключить? Ха. Типа там какой-то один способ можно сделать за раз. И все. То есть... Ага. Интересно. Ну, получается, через кактус делать надо будет. Вариант. Не факт. Давай на снеговика того.
Ну, сходим пописать на него. А, ну давай. Ну, так чисто напакостить. Я бы на сосульку попробовала и на снеговика. А, ну, вариант. Вы чувствуете, да, вот, в Александре, в родителе прям? Что происходит? Нет, ничего не произошло. А мы сейчас еще раз сосулькой попробуем. Похоже, ничего, да? Угу. Странно. Неужели взаимодействия никакого нет? Похоже, что нет. Жалко. Ну ладно. Ну, как вариант еще, конечно, там на грибочек, но это как-то... На кнопку замыкания сделать, да? Я не знаю. А радио все сломалось совсем? А ты его можешь включить? Я могу даже так сделать. Ого. А зачем? Не знаю. Ну, он рядом. Я просто... Дело в том, что я ничего не могу сделать, пока вот не облегчу душу. Ага. Так сказать. О. Так. Пойдем к грибам. То есть на любое действие только одна реакция получается. Угу. Тут либо под кактус, либо под этого получается. Вряд ли на кнопку, потому что он всегда вниз делает это дело. Да я думаю, надо вообще летать и потом на радио прыгать, и все. И другого варианта, мне кажется, и... А, ну, возможно, да. А это так поиграться сделали? Ну да, я думаю, так и есть. Возможно. Им, по-моему, пофиг. Им пофиг, да. Ну хорошо. Вообще. Плевать. Ладно, давай попробуем. Надо. А ты сама как-то можешь выйти из этого? Если держать кнопку. Нет? Не знаю. Ну, покликать как-то ускорить процесс нельзя? А его относятся к самому. А, его к центру потом. Так что это не вариант. Понятно. А я-то думала, что так и будет. Ну да. Ну, да ты не знаю. Почему радио-то сломали? Какие еще варианты действия? Не, я-то думала, что надо будет там усыпить, да? Может, да, что, посмотрели бы что-то, а так? Взяли и отобрали усыплялку. Но мокнуть нам ничего не дает. То есть он сразу сушится. Он сушится, да. Странно, странно.
Хотя нет, она же тоже потом убирается, да? Груз, который падает, он же убирается потом? Да. Отошел уже, смотри. О. О, я какую-то ачивку получила. Шляпник. Ну, как бы ситуация это не решает. Я, конечно, могу посмотреть подсказку, но это же не наш метод. Нет, не хочешь. Может, с пляшущим кактусом попробовать пообщаться? Он колется же. Ну, просто бла-бла. А, ну настроение у него хорошее сейчас, опять же. Не, похоже, вообще никак. Все то же самое. Ну да. И руку сейчас тоже колет. Угу. Да нет смысла. Да какие-то другие варианты рассматривать. Не очень более понимаю, безумные. Зачем вот этот гриб нужен. А если его так, ну, пусть терпит. Очень хочется, говорит. Терпи. Мы эксперименты ставим. Что тут непонятного-то? Сейчас еще музыку сделаем. Не включишь. А, ну да, надо было сначала музыку включить. А, слушай, смотри, он прыгает, может с ними потанцевать? Ну, типа того. Я и хотела музыку включить. Точно, точно, да. Так, ладно, радио, прости. То есть, получается, прыгать он начинает через локацию, да? Ну, то есть, где-то так, да. Включаем радио. Идем. Пьем водичку. Набулькиваемся. Идем сначала в зиму. По-моему, он просто со временем. Ну, время потянуть, как мне? Все равно же нужно. Понятно, чем-то. Он же сейчас выключит. Ой. Точно. Ну, иди тогда его попись. Так. Шапочку. Ну-ка. Ну-ка, давай. То есть... Прыгай. Давай попробуем вернуться. Или... Там, может, как-то засчитывается, так? Возможно, да, попробуй. Во. Вот. Давай, прыгай.
А подойди поближе, наверное. Я не могу подойти, мне нужно на кого-то кликнуть. А, да? А, ну давай попробуем. А просто кликнуть, если в пустом месте он не подойдет? Нет. А, была, не была. А, так ты это не пробовала? Я не пробовала, знаешь почему? Потому что мне его лизать приходится. А тут, оказывается, в этом и была задумка. А я думала, она не жмется. Нет, ну, ты блин. Ты при мне там мышкой водила и ушла такая. Ну, мне же его облизывать приходилось, ну. Я на кактус только делала так. Так, ну ты его взять не можешь, он колючий. А мы сейчас перезайдем. Ага! Интересно, а в зимний надо было глянуть, что? Ну да. Поздняк. Поздняк. Ой. Нам вот показали. Вот что в зимний. Ой, сейчас веселуха будет. Он так долго это делает. Откуда их так много-то? Это у меня в глазах просто уже. Я устала, видишь? Ты видишь, он уже такой уставший. Ну все, все, успокойся. По-моему, оно настоящее. Да. <с <с